Видео приготовлено сайтом onlinevdz.net. Геометрия 10-11 класс. Атанасян. Задание 140. Из точки А, не принадлежащей плоскости альфа, проведены к этой плоскости перпендикуляр АО и две равные наклонные АВ и АС. Итак, точка А не лежит плоскости альфа. АО это перпендикуляр к плоскости. Значит, АО перпендикулярно альфа. Так, что еще мы запишем? Запишем, что давайте изобразим плоскость и точку А. Проведем перпендикуляр АО. И проведем две наклонные АВ и АС. Вот теперь давайте запишем, что точки О, С и В через запятую, вот так, они лежат в плоскости альфа. То есть это говорит о том, что АВ и АС это наклонные к плоскости альфа. Вот она, плоскость альфа. Эти наклонные равны. Запишем, что АВ равно АС. А также угол ОАБ равен углу БАС, они равны по 60 градусов каждый. И еще дан перпендикуляр АО. И нам нужно найти расстояние между основаниями наклонных. Но основаниями наклонных являются точки B и C. Значит, нам нужно найти отрезок BC. Давайте соединим точки OB и OC, а также соединим C и B. И приступим к решению задачи. Первое. В треугольнике AOB. Это треугольник прямоугольный, естественно, потому что AO – это перпендикуляр к плоскости альфа. Точки ОБ лежат в плоскости альфа, прямая лежит в плоскости альфа, следовательно, АО перпендикулярно ОБ. Так вот, в прямоугольном треугольнике угол ОАБ равен 60 градусов. Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусов, тогда угол ОБА, соответственно, равен 90 градусов минус угол ОАБ, или 90 минус 60 равен 30 градусам. Таким образом, мы имеем вот это угол 30 градусов. АО – это катет, лежащий в прямоугольном треугольнике напротив угла в 30 градусов. Тогда в этом треугольнике гипотенуза – это наклонная АБ. В два раза больше этого катета. Ну, катет, лежащий напротив угла 30 градусов, равен половине гипотенузы. Следовательно, гипотенуза равна 2АО. И тогда она равна 2 умножить на 1,5 сантиметра. Получаем 3 сантиметра. Второе. Теперь мы рассмотрим треугольник АБС. В этом треугольнике АВ равно АС по условию. Это значит треугольник равнобедренный. И угол, лежащий напротив основания в равнобедренном треугольнике, равен 60 градусов. Тогда углы при основании, угол АСБ равен углу АБС. И мы можем рассчитать эти углы. Сумма всех углов равна 180 градусов, значит 180 минус угол CAB или BAC. Это мы нашли сумму двух углов, поскольку они равны, то разделим на 2 и получим каждый из этих углов. Таким образом, каждый из этих углов будет равен 180 минус 60 делить на 2. 180 минус 60, 120 на 2 по 60 градусов.
Таким образом, треугольник ABC не только равнобедренный, а и равносторонний. А раз так, то его сторона CB равна стороне AB, которую мы нашли, ну и, соответственно, равна 3 сантиметрам. Давайте запишем ответ. Нам нужно было найти расстояние между основаниями наклонным отрезок BC. Мы его нашли, он равен 3 сантиметра. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.